Где ты стеснял? Ну, в огороде. Ренат и Тагир рассматривают фотографии со свалками на смартфонах нового поколения. Их они получили в качестве приза за первое место в экологическом конкурсе. Отправив более 1000 снимков, они сделали город и район чище. Мы ехали в огород и увидели одну свалку, сфотографировали, и на следующий день его уже не было. Чтобы город стал чище, там огороды, деревни стали чище. А это старший брат Рената Рустем. Он уже не первый год участвует в экологическом конкурсе. И в этот раз ему подарили моноколесо. Но старшеклассник участвует в конкурсе не ради призов. Участвовали не ради награды, а участвовали с целью помочь городу с экологией, чтобы город стал чище. А это ученики 3-го Г-класса. Они тоже боролись за чистоту города с помощью смартфонов. О конкурсе узнали из своих электронных дневников. Зарегистрировались на сайте, и специальная программа, посчитав, сколько фотографий прислал 3-й Г, выявила, что они самые активные в республике. В основном на свалках лежат банки, бутылки пластиковые, обертки от молока, пакеты. Получив призы, ребята продолжили заниматься экологической безопасностью. Они надеются, что в следующем году тоже станут лучшими экопатрульными. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.